Какие акты приобретения можно сделать в отношении Бахора, в отношении Хамеца? И какой вес имеет акт приобретения, который придумали торговцы, который не написан в Торе и который не были приняты через указ мудрецов наших? Есть очень интересный вопрос, который поднимает Рабби Акива Эгер. Зачем нам пройти, искать разные виды возможности сделать акт приобретения? Есть у нас такой очень простой выход из ситуации. Это называется хефкер. Хефкер. Хефкер – это когда человек откажется от своего имущества. Человек может иметь, что он хочет, и когда человек говорит, что он откажется от своего имущества, по идее, любой человек может прийти и взять, что он хочет. Здесь очень интересно. Хотя, что касается продажа, покупка, или когда человек дает какой подарок, надо сделать акт приобретения. Слова не хватает. Но когда человек откажется от своего имущества, слова хватает. Поэтому вопрос, на самом деле, тоже в отношении хамеца, например. В отношении хамеца. Зачем продать не еврея через раввина? Зачем пройти через такие... Давайте пусть каждый человек говорит, что вот... что этот хамец станет хефкер. И на самом деле это огромное обсуждение, это махлокет решоним, когда мы сделаем битул хамец, когда до Песаха, в канун Песаха, человек откажется от хамеца, и когда рядом с костером человек говорит, это нюсах, который написан в начале каждой агада, если на самом деле, когда человек, что хамец должен стать как песок на земле, что это значит? Что этот хлеб или бутылки виски стала для человека как песок на земле? Или это значит, что человек отказался, говорит, что это уже не мое? Есть решение, которое считает, что это на самом деле является эфкер. Но зачем, почему это не хватает? Наши мудрецы боялись, что если человек будет отказаться от своего имущества, и завтра придумает. Если он передумает, значит, отказ не является полным сердцем. Если отказ не является полным сердцем, тогда этот отказ не действительно. Это очень интересный момент, который не только касается отказа от имущества, это момент, который касается много разных моментов, какие разные заявления, которые человек заявляет, и мы подозреваем, что человек не имел в виду и сделать, что он говорит. Я даю вам очень простой пример. Сегодня, например, есть, как обычно, есть прием по гиюру в раввинском суде здесь, в Москве. Когда человек приходит, говорит перед раввинском суде, что он хочет принять гиюру, хочет выполнить все 613 заповедей, которые возможно сегодня выполнять, и на следующий день он ничего не выполняет. Хотя человек заявил об этом перед раввинским судом. Но раз есть такой... положение, что мы видим, что человек не имеет в виду, что он говорит, что это минасафа улахут, что это только были разговоры, это не имеет никакого отношения к действительности, тогда его заявление и гиура – это под сомнением. И поэтому Рабби Акива Эгер и другие, которые цитируют другие ахроним, говорят, поэтому лучше вообще не... И мы не полагаемся на хефкер, на отказ от имущества, которое только требует заявления, поскольку мы подозреваем, что человек не имел это в виду. Человек хочет отказаться от этого беременной коровы или беременной коза, но только при случае, если никто это не отберет от него. Но если завтра, через минуту, сосед приходит, вы отказались от этого коровы? Пожалуйста, я хочу взять эту корову для себя. Извините, я не имел в виду, что это просто не хотел, что
новорожденная первенница станет святой. Значит, это показатель, что человек не имел этот в виду. И также, что касается продажи хамеца. Когда человек продал хамец, он сделал акт приобретения, не только слова. Хотя потом он думал, что вот ты сделал акт, твои мысли или твои акты не могут отменять акт, который ты сделал. Но если это только заявление, тогда это проблематическое. В Ахроним есть огромное обсуждение. Человек продал хамец во время Песаха, там целый склад алкогольные напитки, там пиво. И, естественно, не евреи, которые купили этот склад, только заплатили задаток, ну, несколько копеек. Он не заплатил за стоимость склада, который является огромным деньгом. И вот еврей видит, этот нееврей, который купил хамец во время Песаха, как он открывает бочки и начинает выпить это пиво. И еврей знает, что от этого пива ничего не останется. И у нееврея не будет возможности даже заплатить за это после Песаха. И вопрос, который поднялся, если еврей имеет право что-то сказать неевреям, перестай выпить. Если это не твой, сиди, молчи. Это не твой проблем. Значит, здесь, конечно, наши мудрецы, они обратили внимание на моменты, которые касаются гмирут даат. Гмирут даат – это у нас большой рош ешивы здесь, раввин Гилель Закс из Эрец Исраэль, внук Хофец Хаима. И, ну, в литовской ешиве есть ахроним, главы ешивы, они очень обратили внимание на такой момент, что акт приобретения требует гмирут даат. Это значит, почему Тора всегда требует какой акт приобретения, не только слова. Тора хочет быть уверена, что когда человек что-то покупает или что-то продает, что именно он или она решили окончательно это сделать. Это не плавающий задумка, но это окончательное решение. Я хочу отказаться, я хочу купить. И поэтому акт приобретения является обязательным. И поэтому мы не полагаемся на эфкер, мы полагаемся именно на продажу и не на подарок, когда речь идет по продаже хамеца и бехова. Раби Ханан, Мелакашу, 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 Мелакашу.